Привет, Джон Лайлз. Сколько лет, сколько зим? Что вы делаете здесь? Я совсем не знаю. Какой сюрприз снова увидеть тебя? Я тоже не знаю. Я уверен, что мы скоро узнаем. Ой, кто там? Здравствуй. Меня зовут Карл Фруктова. А это кто? Я великолепный президент России. Разве это так? Как тебя зовут? Возьми фрукт. Не перебивайте меня. Извините. Я просто очень люблю фрукт. И вы хотели бы купить фрукты? Я уверен в том, что вы с ума сошли. Как назло, ты прав. Добрый день всем. Мне кажется, что вы все пришли на собрание. Да. Вы знаете, когда человека, который нас пригласил? Я не знаю. Никто не знает. Кто-то послал мне письмо на почте несколько дней назад. И мне тоже в письме писало сообщение. Придите и остановитесь. Вы не знаете этот дом? Маргарет Тэтчер, мы думали, что вы умерли. Просто английское государство. Я живу, но, как говорила, этот здание, дом очень сильный наркобарон. Я думаю, что он нас пригласил. Интересно, все здесь? Нет, это я. Кто вы? Я Лирсон. Лирсон, молчите! Я не говорю, вы говорите. Не ссоритесь, давайте войдем. Наш хозяин ждет нас. А может быть, он хочет мои фрукты. Я никогда не видел такую замечательную мебель. Я считаю, что у хозяина большое богатство. Я согласна. Я никогда не видела такой изысканный вкус. Какой красивый бедный стол. И ковер под ним может быть... Старый персидский ковер, очень дорогой. Счастье не мебели. Да, это мое самое любимое выражение. У кого-нибудь есть идея, почему мы здесь в гостях? Не знаю, но это еда бесплатна. И, конечно, фрукт бесплатно. Хватит, где наш хозяин? Мы ждем 15 минут. Я становлюсь очень голодный. Что случилось? Какой ужас! Он никогда не пробовал мои фрукты. И убийца украл мой апельсин. Да. Наверное, Путин убийца. Он сильный и опасный. Что вы, я уважаемый человек. Я радуюсь тому, что я выиграл избрание. Я был выбором лично, и у меня нет никакой причины для этого. Правда? Ну смотрите, рядом с лесом. Кусок мела. Джон убийца. Не может быть. Вчера сломалась моя нога, пока я играл в волейбол. И я не могу ходить так быстро. Нам нужно успокоиться и обыскать дом. Может быть, убийца не в столовой с нами. Возможно, он стоит в коридоре сейчас. Давайте отделаем, что вы искали улик. Мы с Маргарет Тэтчер пойдем в кухню. Бачу! Будь здоров. Кто бил? Ну, это был мое яблоко, Хорис. У него аллергия на овощи. С ума сойти. Джон и новый продавец, пойдите в коридор. Я пойду с моими фруктами. Ладно, смешной человек. Ни кухни, ни пора. К черту. Голоден. Может быть, в кухне есть какая-нибудь еда? Какое это безобразие? Я не думаю, что я могу есть. Я всегда могу есть. Я помню, однажды раз я ловил 20 рыб руками и съел все.
честно говоря, перед тем, как я пришел сюда, я дрался с медведем, и так что я голоден. О бой, однажды я съела 100 пишек, но я думаю, что я видела яблоковый мед за дверью в коридоре. Прекрасно! Где мой апельсин, Гроу? Может быть, в кухне. А Маргарет Тэтчер, вы видели Гроу? Маргарет? Мой апельсин. У нас прекрасная дружба. Ах, он вон там, на кухонном столе. Почему ты там, друг? Интересно, мел на апельсине. А где Путин сейчас? Я не знаю. Он просто вышел. Я его ищу в коридоре. Да! Интересно, есть что-нибудь или кто-нибудь в коридоре? Я посмотрю под ковром. Хорошая идея, я тебе помогу. Смотри сюда. Банановая кожура лежит под ковром. Это невозможно, что сумасшедший фруктовый человек положил ее сюда. Наверное. Давайте посмотрю в библиотеке. Хорошо, давай. Давай обыскаем в книжных полках. Может быть, ключ где-то в библиотеке. Я согласен. Какие интересные книги. Что вы нашли? Эта книга говорит о том, что в этом доме живут призраки. Что случилось? Я слышал расстроенный звук. Как назло, Путин просто умер. Мы не знаем, кто его убил. У Лапелсина, Харут, Билл Мел, он убил Путин. Да, постой, говорит отвратительно о моих фруктах. Я теперь ищу мебельного продавца. Ужас! Я не понимаю! Мы убили твоих друзей. У нас в России принято, что фрукты едят людей.